А вот и Мартин Шмидт. Великий Мартин Шмидт, мечтающий сейчас лишь о том, чтобы вернуться стабильно в 15 сильнейших. Если несколько этапов подряд у меня будут на таком уровне, я буду доволен, говорит он. Изменил Мартин технику в данном случае не в худшую сторону, как нам показалось. Через 120 ты перелетел, по-моему? Да, 122,5. По дальности копия предыдущего прыжка. Все-таки есть по-прежнему несвобода некая. Мартин Шмидт активно занят поиском, и тренер-специалист другой у него местный. И вы